До Новосибирска за 3 часа. Красноярская железная дорога готовит проект высокоскоростной магистрали. Если он получит положительную оценку, то железнодорожные пути свяжут крупнейшие города региона – Красноярск, Омск, Новосибирск и Кемерово. Курсировать по ним будут поезда типа «Сапсан». Для того, чтобы добраться до Новосибирска, потребуется всего 3 часа вместо нынешних 13. Сейчас специалисты железной дороги прорабатывают проект. Требуется выяснить, где пройдет магистраль и создать инфраструктуру. Планируется, что высокоскоростные поезда смогут разгоняться на этой трассе до 400 км в час.